стали известны подробности состояния тяжело больной звезды. Известная актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с раком мозга. По информации российских СМИ, ссылающихся на представителей медицинских кругов, артистке стало хуже. По словам знакомых семьи Анастасии, у нее наблюдается сильная слабость и утомляемость. Нередко она жалуется на общее недомогание и головные боли. Она в уме сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает. Недавно ей стало хуже, была ремиссия, значительное улучшение. Но закрепить достигнутый успех в лечении пока не удалось. Впрочем, при ее диагнозе, а у нее действительно глиобластома, рак мозга, может происходить то улучшение, то ухудшение состояния, цитирует осведомленный источник «Комсомольская правда». Специалисты ЦКБ, где сейчас находится под наблюдением Заворотнюк, на этом фоне заявили, что звезда «Моей прекрасной няни» находится дома, но приезжает на процедуры. Анастасия на каталке, потому что сильно устает. Но она ходит, сама может передвигаться. Она не сдалась, держится, ухаживает за собой, верит в лучшее. Рассказывают, чуть ли не каждый день по телефону общается со своим батюшкой. У нее уже не первое ухудшение. Волнами происходит. Ничего критического сейчас нет, сообщила продюсер Олеся Сазыкина. На этом фоне член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал, что семья Заворотнюк выбрала в качестве лечения экспериментальную вакцину на основе иммунных клеток. Они распознают чужаков и обучают иммунную систему их атаковать. Ее изготовляют индивидуально для каждого больного. Нюансов, как протекает лечение Заворотнюк, я не могу говорить, родные не хотят афишировать, пояснил ученый.